Челнинская школьница Алия Норова стала финалистом всероссийского конкурса «Доброволец России». Ее социальный проект «Простые рецепты самостоятельной жизни» для детей с ограниченными возможностями здоровья стал одним из лучших в стране. В конкурсе участвовали более 15 тысяч проектов, а в финал отобраны 220. Осталось совсем немного – пройти этап народного голосования. Что представляет из себя волонтерский проект, расскажем далее. В уютной аудитории аппетитно пахнет едой. Участники мастер-класса заняты приготовлением легкого ужина из салата и бутербродов. Кто-то из особенных детей справляется самостоятельно, другим требуется небольшая помощь. Но полученный результат радует всех одинаково. Повару-учителю Алие Норовой всего 13 лет. Но она уверенно воплощает свою идею в жизнь. Самое главное в жизни – это еда. Нужно быть сытыми. И поэтому я решила сделать именно такой социальный проект, который будет направлен на помощь детям, чтобы они научились готовить и стали чуть-чуть самостоятельнее. Участвовать в мастер-классах могут все ребята, вне зависимости от возраста и состояния здоровья. Среди постоянных участников уже сформирован крепкий и дружный актив. Ребята уже вовсю помогают мамам на кухне. Готовим салат и бутерброд с сыром. Нам очень понравилось, и что мы ели, это было очень вкусно. Мне нравится бутерброды с сыром делать. Они очень вкусные получились. Детский орден милосердия работает в городском дворце творчества детей и молодежи уже 17 лет. В нем родилось немало интересных проектов, но кулинарная идея – одна из самых успешных. Этот проект пробует себя и в виртуальной реальности. Этот проект у нас реализуется с прошлого учебного года. Он прошел уже несколько этапов. Мы наряду с тем, что вот здесь обучаем вот так ребят, еще подготовили видеоуроки, создали ВКонтакте группу, выложили туда видеоуроки. И все желающие могут познакомиться вот с такими простыми кулинарными рецептами. Новую идею юная активистка назвала «Школой добрых начинаний». В этом проекте дети с ограниченными возможностями смогут делиться с обычными школьниками своими достижениями и умениями. По мнению Алии, это позволит с детства привыкнуть к общению на равных. А проголосовать за уже существующий проект можно на сайте добровольцероссия.рф в номинации «Помощь детям». Виктория Евсеева, Ильнар Мустафин, Челны-24.